Всем привет, с вами Прия. Решил я зайти за свежескопированного монаха на ПТР-версию Варкрафта 8.1. Изменений будет много, и одно из них на самом деле весьма плачевное для тех, кто любит перекачивать одну профессию в другую с целью получения некоторой выгоды для себя. Итак, итем-левел монаха очень низок. Он понизился на примерно 20 единиц. Причина в том, что те ноги, которые были скрафчены в кожевничестве, не работают при невзятом кожевничестве. В самом начале рейдинга при добыче большого количества кровяных клеток люди перекидывали знания из одной профессии в другую, прокачивали ее полностью, крафтили то, что нужно, сбрасывали и возвращали знания о прошлой профессии. Но теперь такого не сделать. И получается, для использования какой-либо конкретной вещи нужно, чтобы эта профессия была активна всегда. Не верите? Ну, давайте взглянем на цифры. Урон 5000-5540. А мы снимаем эти ножки. Ничего не меняется. Ой, эротика. Вот. Так что самыми, наверное, в текущий момент выгодными профессиями в 8.1 это будут алхимия, так как в алхимии есть весьма интересный тринкет. Алхимический камень. Собственно, где он тут? Найдем его. Ну да, то есть вот он самый максимальный, 415-й. Требуется новый реагент, дыхание Бвонсанди. И при взятой алхимии он будет работать. Если алхимию сбросить, то аналогично этим крафченным ножкам из кожевничества работать абсолютно ни черта не будет. Также есть аналоги пониже эквипом из естества приливов. На самом деле интересный реагент, надо еще будет узнать, откуда он дропает. Вот. Ну и также есть алхимический камень за кровяные клетки. Собственно, чтобы в обновлении 8.1 нам не было скучно, и мы могли потратить свои старые реагенты с целью усиления своего персонажа. Дистиллиума относительно мало требуется, то есть на фуловой крафт сколько? 45, 75, то есть чтобы 385 скрафтить, а здесь получается 60. То есть, в принципе, неплохо, если у вас примерно 200 дистиллиума есть, то вам его точно хватит. Ну а ювелирка очень выгодна по той причине, что там крафтится кольцо с сокетом 385. Есть ли его улучшенная версия для 8.1.5? В тот момент, когда выйдет рейд из крафтов дыхания в Вансанди, это весьма интересно на самом деле. Пока что как-то так, быть может что-то поменяется, буду держать вас в курсе. Не забывайте чекать ВК-группу, там проходит розыгрыш, итоги которого завершатся к Новому году. Розыгрыш весьма интересный, даже заинтересует тех людей, которые не играют в текущий момент в Warcraft. Также не забывайте посещать стримы, заходите в Discord. Всех вам благ, счастья, здоровья. Просмотрите абсолютно все ссылочки под описанием. Берегите ноги. До скорого.